Всем привет, с вами Щековская Екатерина, и сегодня я вам покажу книжку-фантазию, книжку-мечту, которую все очень хотят, и ее было невозможно купить какое-то время. Это одна и та же книжка, сделали переиздание. Если раньше она была вот в таком розовом цвете, ее можно было опоздать, то теперь она вот в таком белом цвете, с прекрасной дамой с красными волосами. Она не сильно поменялась внутри, там буквально небольшие изменения внесены, но это новый внешний вид, новый обновленный дизайн, тоже издательство Промопресс. Давайте вам покажу. Так что имейте в виду, это одна и та же книжка. Если будете искать и наткнетесь на это все хорошо, просто сделали переиздание книги, поэтому у нее поменялась обложка. Первое, с чего здесь начинается, 4000 деталей. Это действительно 4000 разных эскизов, в которых показаны примеры, как и что рисовать. Сделано на манекенах, да, показан пример того, как это отображается, как это делается. То есть у автора абсолютно полное понимание того, как это смотрится в реальности и как это будет нарисовано. И вот вся книжка, она наполнена вот этими прекрасными эскизами, в которых есть самые разнообразные детали. Если у вас проблемы с рисунком, если у вас иногда возникают вопросы по идеям, как что можно нарисовать, вам она нужна. Вы здесь всегда сможете все посмотреть. Смотрите, мужская сорочка, да? Ну там что там по дизайну? Там небольшой объем, выточки, планка, пуговицы, манжеты и воротник. Все, там особо больше нигде не разгуляешься. Здесь это все показано, все вариации. А вот в женской моде здесь просто вот сколько хотите, столько вариаций и придумывайте. Соответственно, автор очень плотно над этим поработал, и 4000 самых разных вариантов. Если не знаете, как рисовать какие-то воротники, не хватает идей, сюда приходите и начинаете их копировать. Но не в плане того, что копировал и продал, хотя я думаю, что эта книжка допускает такое использование, а именно в плане того, как научиться. Вот я не знаю, там, как рисовать какой-то воротник. Вы здесь его нашли, и этот воротник нарисовали. Но бывает иногда такое, что не хватает какого-то знания, понимания, не хватает внешнего вида, как это будет смотреться. Эта книжка отвечает на эти вопросы. А здесь вот, смотрите, верхние одежды, капюшоны, меховые какие-то элементы, как они будут смотреться. Кстати, вот эти страницы добавленные, до этого не было. Вот, что мне здесь нравится, и знаю, что очень у многих есть с этим проблемы, при рисунке эскизов одежды, это именно рисунок складок и драпировок. Если еще с формами как-то в основном справляются, то вот когда начинаются складки и драпировки, просто кошмар, караул, непонятно, как это делать. Вот здесь все показано, рассказано и объяснено, как это можно сделать, соответственно, как рисовать складки, драпировки, оборки, зажимы, защипы, замятости. Вот все здесь есть. Поэтому прям просто кладезь в этом вопросе. Вот если у нас по рукаву складка, как она будет рисоваться? Вот она здесь показывается, как она будет рисоваться. А если она такая, если такая? А если можно по-другому задрапировать? Тоже сюда все это включили, все это сделали. Прекрасные качественные рисунки, большое количество разнообразия идей. Ну, в общем-то, мне кажется... Вот. Если у вас есть проблемы с рисунком чего бы то ни было, напишите мне, я подберу какую-нибудь книжку или технику для того, чтобы вам это порекомендовать. Данную книжку, вот она к нам пришла, к нам в онлайн-магазин, вы можете ее купить у нас, я ссылочку оставлю под этим видео, переходите, мы отправляем и по России, и по всему миру. Являемся официальными представительствами, мы официально закупаем книги и продаем их на территории Российской Федерации и не только, для того, чтобы вот эту вот всю красоту, которую я не знаю, почему у нас не издаются таких книг, она была более доступна. Кстати, книга на английском, но вот я даже не могу текста найти, да, для того, чтобы вам показать. И цифры, они, ну, то, что мы считаем арабскими, вот они универсальные, поэтому... Текста тут почти нету, я думаю, что 4000 fashion details нормально, да? Вот текст, вот количество текста, который здесь присутствует в этой книге. Так что вот складки, драпировки, вообще это прям конек автора, и
Она просто бесподобна в том, что она делает. Диджитал какой-то добавился такой небольшой. Красота. Честно могу вам сказать. Очень красивая книга. И считаю, что это must-have для всех дизайнеров, художников, иллюстраторов. Как идеи, как техника и как вдохновение. Напоминаю, что это одна и та же книга, просто новое переиздание. Вот это. Если вам понравился обзор, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И не забывайте нажать на уведомление колокольчика, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. Я вам покажу еще много классных и интересных книг. Обязательно оставайтесь с нами. С вами была Чайковская Екатерина. До скорых встреч. Пока-пока.